Счастливую историю спасения бездомного пса рассказали волонтеры из Ачинска. В приют собаку привезли 2 года назад. Ее сбила машина. Из-за аварии Дик лишился лапы. Ее пришлось ампутировать, чтобы избежать заражения крови. Деньги на лечение собирали всем городом. А после появилась другая проблема. Собаке нужен был хозяин. Сотрудники приюта искали Дику семью, размещали объявления на всех площадках. Осенью пса забрали, но через полгода вернули обратно. 2 недели Дик ничего не ел и не шевелился. Так тяжело он переживал предательство. Но недавно его увидел новый хозяин и забрал к себе. Мужчина рассказал, бездомных животных он забирает не первый раз. 2 года назад они с дочерью взяли себе питомца, и теперь в приюте они частые гости. Просто приезжали в приют, корма там привозили, нам его вывели погулять с ним. Вот так и познакомились. Потом еще несколько раз ездили. Тоже выводили его, гуляли. А потом просто жалко. Запал в душу. Да, понравился сильно. Просто хороший собака, что сказать, умный, для нас добрый, любит всех.